Какую воду пьете? Фильтрованную, кипяченую или покупную? Я пью водку. Она безопаснее и это... Водка безопаснее, водка дезинфицирует, в водке много витаминов полезных содержится, а вода хуевая у нас в области, и вообще ее пить нельзя. Водка нам всем в карман, конечно. Тебе не хватает зарплаты-то вашей? Не, не хватает. На похмел не хватает, на водяр-то нормально еще, на похмел нихуя. А самогоночкой не увлекаетесь? Самогоночка бывает, знаете, бывает. Но ее трудно готовить. Ну, не то чтобы трудно, просто запарно. Падло. А стоит-то дешевле, чем водка? Стоит дешевле. Я ее сам готовлю, что мне стоит? Мне она ничего не стоит. А рецепт какой-то особенно не подскажете зеленогородцу? Ну, можно с апельсиновыми корками. Вы как, знаете, и так сразу все и не расскажешь. Это нужно в процессе все. Вот вы сделаете какую-нибудь кулинарную программу, а я вам приду самогонки приготовлю. Кушать подано. Придете? Слушай, выпить подано.